На кольцевую линию московского метро вышел поезд «Универсиады». Первыми пассажирами стали посол Игорь Илья Авербух, вице-премьер Ольга Голодец, министр спорта Павел Колобков, начальник московского метрополитена Виктор Козловский и Юлайка. Фотосессии с ней все желающие смогут устраивать прямо в вагонах. Помимо самих студенческих игр, элементы оформления нового поезда будут знакомить пассажиров с достопримечательностями, культурой, природой и животными Сибири. По задумке авторов проекта, поезд должен рассказать миру о жаре в сердцах сибиряков, участников и организаторов игр в противовес морозной погоде. Инициатор акции – компания «Норникель», а дизайн поезда разрабатывали студенты, победители конкурса. Обычно, когда в таких конкурсах, подается, обязательно кто-то свой вроде как выиграет. А здесь ребята просто увидели, почему бы и нет, почему бы не участвовать. И поэтому все считают, что это невозможно. На самом деле ничего невозможного нету. И огромная благодарность компании «Норникель», которая поверила в этих ребят. Поддержка спортивных проектов для «Норникеля» как генерального партнера универсиады – часть социальной политики, направленной на развитие территории присутствия. Вклад компании в студенческие игры превышает 2 миллиарда рублей. При этом «Норникель» помогает преобразить к играм не только спортивные объекты, такие как фан-парк «Бобровый лог», но и весь город. В этом году на средства компании в Красноярске благоустроили набережную Енисея и установили архитектурную подсветку на коммунальном мосту. Большое внимание «Норникель» уделяет и продвижению студенческих игр. Запуск поезда – яркое тому подтверждение. В этом поезде ежедневно будет проезжать 20 тысяч человек. И вот такая отличнейшая возможность, когда жители и гости столицы будут видеть все, что касается нашей универсиады. Спорта, видов спорта, истории и так далее. Но самое главное и территории, где будет проходить универсиада, то есть Красноярского края и Сибири. Это такой вот очень эффективный, я бы сказал, инструмент продвижения, рекламирования, пропаганды будущей нашей универсиады.